Всем привет! Мы только что съездили на ферию. Покажусь. На ферию съездили. Повод сегодня показать вот этот вот фрукт экзотический. Он и для нас тоже экзотический, хотя растет здесь в провинции. Но вот как-то раньше мы его не покупали первый раз. Я даже не знаю, какой он по вкусу, что внутри. И сейчас вот мы его вскроем. Я не знаю, как правильно это делать. Он странный. Тут какие-то косточки. Ладно. Я сейчас прямо вот сейчас его попробую и скажу. Маслянистый какой-то. Вот косточки. Вкус специфический. Вкусный. На что похоже? Я не могу сказать. Давай я тебе дам, ты я скажешь. Нет, я ж до часу не ем. Так попробуй. Нет. Ну что тебе с этой... Нет. Вот, в общем, косточки. Да. Вкусный. Сколько он стоил? 50 рублей штучка. Но у нее всего две было. Ну, мы шутим насчет рублей. Песо. А, песо. Мы между собой так привыкли. Шутим, и вот, в общем, вкусно, хороший фрукт, будем брать. Ну, одну мы сидим, одну детям оставим. Кто вот спрашивал за колбасу? Катерина, что приехала в Посадос недавно, она интересовалась колбасой, что продают в Буэнос-Айресе. Вот у нас такая. Домашняя вот эта. Отрезать колбаса. Или так видно? Так, как хочешь. Ну, вот. Ну, здесь в этот раз жира, по-моему, больше. Чуть больше, да, жирка. Но тут никаких добавок нету. Недобросовестные производители добавляют крахмал, муку, что ли? Муку. Здесь чисто вот мясо и специи. Очень запах. Жир, мясо, специи. Ну, все как положено. Но вот это мы у одних берем. У них она вкусная, эта колбаса, у пары. Ну, у всех нормально. Ну да, кто-то лучше, кто-то хуже. Ну вот кружочек, я не знаю, какой вес там вышло на 400 песо. Да. Не дешево, ну. Вот, 400 песо. Оно как бы... Меньше килограмма, больше полкилограмма. Не каждый день ее. Мясо купили, как называется, костижа, да, ребра? Ой, нет, она как-то по-другому назвала. Мы не разбираемся. Теленка, нет. Ребра. Часть мяса. Ребра. Это. Мам, костижа это называется. Это и называется костижа. Я спрашиваю, как правильно. Костижа. Теленка. Ну, сегодня день трудящихся. Мы себя к ним относим. И будем делать осады. И всех тоже поздравляю с Международным днем трудящихся. Чтобы у всех на столе было вкусненькое, мяско, ну и всего хорошего. Всем привет из солнечной Аргентины. До следующего видео.